Привет! Хочу рассказать вам про очень интересный лайфхак. Если вы хотите снять боли в спине и отечность, боль, как правило, сопровождается отечностью, и у вас есть в наличии море, то вы можете полежать в соленой водичке в море, и это снимет вам отек. Это очень крутая штука. Чем соленее море, тем лучше. Так что, если у вас болит спина, смело ложитесь в море, а лучше после моего массажа пойти и лечь в море, и вам станет легче. Почему нужно лечь в соленую воду или делать соленые компрессы? Потому что по закону осмоса жидкость всегда идет за солью. И поэтому, если нет моря, то можно делать соленые компрессы. А если есть море, то сам Бог велел лечь в соленую водичку и полежать там. Это очень крутой метод. Так что берите на вооружение.